Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня я расскажу о духовом шкафе Gefest D60201, который представлен в разных цветовых вариантах, белом и черном. Ссылки на магазины с актуальными ценами на эти модели вы найдете в описании. Прежде чем начать обзор, я попрошу вас поставить лайк и подписаться на наш канал, а если вы хотите первыми узнавать о выходе новых обзоров, то обязательно включайте колокольчик. В комментариях пишите, что вы думаете об этой модели, мне будет интересно узнать ваше мнение. Белый и черный цвета передней панели электрического духового шкафа настолько универсальны, что подойдут для любой кухни, от классики до хай-тек. В представленной духовке имеются верхний и нижний нагрев, а также электрогриль, использование которого позволяет добиться появления румяной корочки сверху. Духовой шкаф потребляет электроэнергию в размере 2005 Вт. Внутреннее пространство духового шкафа освещается одинарной подсветкой, что позволяет наблюдать за приготовлением пищи, не открывая духовку. В этой модели реализован электромеханический таймер, позволяющий задавать время приготовления блюд. Противень может устанавливаться на проволочных хромированных направляющих, которые позволяют легко очищать пространство духовки. Предусмотрена возможность запекания мяса на вертеле, вращение которого обеспечивается электрическим приводом. Общий объем электрического духового шкафа составляет 55 литров. Модель имеет класс энергопотребления А. У духовки есть интересная особенность – нагрев включится только после запуска таймера. То есть, чтобы включить духовой шкаф, вам нужно выбрать температуру, режим нагрева и после этого включить таймер. У духовки есть режим разморозки. Разморозки с вентилятором, подогрев нижнего тена, гриль и нагрев верхнего тена с вентилятором. В комплектацию входит один черный противень, вертел для гриля и решетка с поддоном из нержавеющей стали. Также предусмотрена съемная дверца для удобства мойки духового шкафа. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и сейчас расскажу об отрицательных. Нет принудительной конвекции. Снаружи греется стекло, нет телескопических направляющих, тихий таймер, маркий корпус, нет защиты от детей, горячий воздух выходит над крышкой, течет конденсат внизу под дверцей, нет стрелки температуры, когда духовой шкаф уже набрал нужную температуру. При подготовке обзоров я стараюсь быть объективным и сейчас расскажу о положительных отзывах. Функция гриля, функция механического таймера. В комплекте два противня и решетка. Быстро нагревается. Много программ для приготовления. Имеется вентилятор охлаждения. Съемное стекло. Длинный провод с вилкой. Есть подсветка. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, а также включать колокольчик. Если видео вам понравилось, то поставьте ему лайк и напишите приятный комментарий. Ссылки с актуальными ценами на этот духовой шкаф находятся в описании. До скорых встреч в новых обзорах!